Вырос в большой цыганской семье, с малых лет пел, танцевал. Никогда не думал о профессиональных занятиях, но его заметил руководитель воронежского детского ансамбля «Волшебники двора» и предложил участвовать в отборе на детское Евровидение. И Миша победил. Полгода команда российского телевидения готовила конкурсы в Лимассоле, и вот сейчас Миша выйдет на сцену. Сегодня мы будем ему будут помогать девочки-гимнастки Настя, Полина, Даша и Оксана, которые занимаются в школе Олимпийского резерва, наши будущие чемпионки. Итак, друзья, держим кулаки. Михаил Пунтов, песня «Спит ангел», Россия. Помнишь, как выше не Пунтов.